В нашей стране Всемирный день качества отмечается ежегодно во второй четверг ноября. Главная цель этого праздника – привлечь внимание общественности к проблеме качества продукции и услуг. Для того, чтобы качество радовало всех, в территориальном отделе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, в Славянском, Красноармейском и Калининском районах состоялся круглый стол, посвященный общественному питанию. С каждым годом появляются все новые кафе, рестораны, столовые, закусочные, потому что их услуги необходимы нашим потребителям и пользуются все возрастающим спросом. Задача предприятия общественного питания – оправдать ожидания посетителей и обслужить их, что называется, по высшему разряду. Затронем тему особенностей оказания услуг в данной области, как правильно соответствовать санитарно-эпидемическим нормам, законодательству о защите прав потребителей. Также мы сегодня проведем коллегиальную оценку качества оказываемых услуг с целью сравнить, допустим, те же самые меню в организациях, все ли они сведения содержат, которые необходимы по законодательству, как они оформлены, вся ли информация доводится до потребителя. Открыла круглый стол, куда были приглашены представители предприятий общественного питания, заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора Наталья Клименко. Сегодня мы отмечаем Всемирный день качества. Качество услуг, качество товаров, качество пищевых продуктов имеет очень большое значение. Качество складывается из двух основных направлений. Товары, услуги должны быть, во-первых, безопасны, а во-вторых, они должны удовлетворять желания потребителя, должны соответствовать уровню. В ходе мероприятия прозвучала информация об особенностях оказания услуг общественного питания. На практических примерах было показано, как организовать работу, отвечающую высоким современным требованиям. На вопросы приглашенных были даны подробные ответы. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События».